В конце ноября 2019 года телеканал НТВ представил своим зрителям новый криминальный сериал под названием «Гений». Всего в первом сезоне запланировано к показу 16 эпизодов. По словам создателей, они приготовили действительно увлекательный проект, который не оставит равнодушными многих зрителей. И судя по рейтингам, нас вполне может ждать продолжение этой истории. Дата выхода первой серии второго сезона сериала «Гений» может быть запланирована на конец 2020 года. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.